казаться первыми залпами настоящей гражданской войны. О начале карательной операции объявил в своем твиттере министр Аваков, добавив «С Богом». Попытка частей спецназа МВД «Барс» и Национальной гвардии, набранной из боевиков правого сектора, прорваться в город, была отбита самообороной. При этом, по некоторым источникам, потери карателя составили 9 человек убитыми, включая практически все руководство операции, во главе с начальником так называемого Центра антитеррористической операции СБУ. Почему киевские начальники, боящиеся друг друга, правого сектора, собственной армии и милиции, решились на атаку? Кто же их надоумил? А просто в Киев прибыл настоящий начальник, от которого вся эта шпана зависит и которого боится больше всего. Накануне в Киев срочно прибыл глава ЦРУ Бреннан. Именно Бреннан убедил запуганных киевских революционеров, что перед ними на Востоке не спецназ, а обычные ветераны и пенсионеры, что, кстати, соответствует действительности. В основном это люди из различных ветеранских организаций Украины, и что их можно безнаказанно зачистить. В качестве веского аргумента Бреннан предоставил своим киевским подопечным услуги американской частной компании Грейстоун, чьи черные человечки и зачищали, и разоружали накануне слаболояльные режиму отделение милиции в Донбассе. Фамилия? Палак. Какой факультет? Товарищ не из нашего вуза, товарищ из Америки. Извините. Первые результаты карательной экспедиции на Восток плачевны и позорны. Однако не Бреннана же позорить его незадачливым подчиненным. Теперь киевская власть вынуждена идти до конца. Теперь они сосредотачивают против отрядов самообороны вокруг Славянска танки, артиллерию и грады. Теперь они вынуждены выпрыгивать из штанов для того, чтобы доказать свою полезность американским хозяевам. Больше они точно никому не нужны. Кстати, поэтому вести какие-либо переговоры с этой публикой совсем бессмысленно. Это даже не пешки, а просто почтовые ящики. Вот есть смысл вести переговоры с почтовым ящиком. Что касается американцев, надо понимать и помнить, что они комбатанты, прямые участники боевых действий с одной стороны. Как в Грузии, как в Сирии. Про Сербию даже говорить смешно. И они точно знают, что они комбатанты. Поэтому не надо их ни в чем переубеждать относительно картины происходящего. Это еще хуже, чем переговоры с почтовым ящиком. Переубедить их может только перспектива собственного провала. Вопрос в том, является ли для них широкомасштабная кровавая гражданская война на Украине таковым провалом. Однако, до свидания. Это был